В отличие от сказочной героини из «Страны чудес», Алису из Заречья чудесами не удивишь. Впечатлит скорее она своими вполне реальными достижениями в шахматном мире. Девочке всего 14, а она уже кандидат мастера спорта и победитель первенства Европы по шахматам. Алиса еще и творческая личность. В свое время увлекалась танцами и фортепиано, но когда пришло время, приоритет отдала шахматам. Меня очень полюбили шахматы, так как это тоже вид спорта, но он особенный тем, что в нем также прилагается физическая сила, но ее не видят. Любовь к интеллектуальной игре началась еще с 6 лет. С тех пор Алиса в буквальном смысле не расстается с доской и фигурами. Профессионально занимается уже 5 лет в школе имени Михаила Ботвинника. Один турнир сменяется другим. Только в этом году их было уже 18. Несмотря на такую насыщенную шахматную жизнь, Алиса успевает хорошо учиться и даже заниматься бегом и футболом. Немало выдержки и сил Алисе также потребовалось, чтобы взять 2-е место на первенстве Европы. Партия была очень насыщенная, напряженная. Было потрачено нереальное количество нервов. И вообще, самые яркие партии обычно – это последние, потому что ты уже понимаешь, что от тебя что-то зависит, за тобой стоит страна и за тебя болеют. Тренер Алисы Андрей Рычагов очень доволен воспитанницей, пророчит ей будущее чемпионки мира. Говорит, талант девочки в невероятной работоспособности, стратегическом мышлении и умении мобилизоваться в нужный момент. Во время турнира Андрей Валерьевич переживал за Алису так, будто сам находился на ее месте. Следил за игрой в онлайн-трансляции через интернет, но последнюю партию начал смотреть не сразу, чтобы не спугнуть удачу и сэкономить нервы до окончания игры. Партия была очень напряженная, длилась 5 часов 40 минут. У обеих у нас было очень мало времени, позиция была сложная, но в конечном счете она зевнула, и я выиграла. Успех на первенстве Европы – это не единственная победа. Алиса также стала чемпионкой по классическим и быстрым шахматам на первенстве Москвы, а на российском первенстве заняла почетное 2-е место. Такие заслуги быстро сделали Алису знаменитой. Теперь у нее 3 ученика, преподает уже 3 года. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».